Всем привет, ребятки, вы на канале Dota Play. Ну что ж, продолжаем играть. Давайте приобретем новые колесики. Отлично. Вот эти колеса мне нравятся больше, ребята. Они более красивые. И мне нравится, что там есть скелетики такие нарисованы. Мощные. Давай, давай, давай. О, поднялись. Едем дальше. Так, давай, давай, машинка, не тормози. Поднимаемся наверх. А тут он, видишь, как раз Йети бежал. Так, сейчас посмотрим, докуда мы доедем, ребята. Ну, мы просто с вами прокачали колеса. Ох, нифига, как мы перевернулись. А тут он, смотри, есть еще потаенное какое-то место. О, давай, 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 поехали. Давай, 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 еще, побольше, побыстрее. Да мешает нам, алло. Давай, 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 давай. Все, и топливо закончилось. Все. Ух ты, смотри. Прикольно. Машинка наша. Двигается, да. Угу. Все, приехали. 1000 монет. 1000 монет. Что мы на них купим? Ага. Ну давайте купим. Возьмем броньку. А ну, какая она будет? Ага. А вторая бронь еще интересная. Давайте ускорителя возьмем. И потом будем прокачивать наш двигатель. Потому что двигатель у нас не особо прокачанный пока. Все, броня установлена. Зомбарики. Знаете, что мы вас всех будем мочить сейчас на такой тачке нашей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, подними, подними нас, подними. Ой, спасибо. Мне кажется, когда я вот включаю, оно... А-а-а, вон почему тормозит, все, я понял. Понял, понял, понял. Мы когда включаем ускоритель... Да, ё-моё. Не очень удачно мы включили ускоритель, ребятушки. Так, вот на этом месте у нас постоянно топливо заканчивается, прикинь. Там какая-то вода поднимается или что? Я думал, это какой-то гейзер. 1200. Давайте возьмем броньку другую. А, это бронь на колеса. Ё-моё. Ну ладно. Поехали. Поехали, поехали. Ну интересно, зачем-то бронь мы покупаем? Потому что она красивая, типа якобы. Но не знаю. Машинка наша, она не разрушается. Вот, Earn to Die, она разрушалась. Здесь вот такого разработчики не сделали. О, так наверх не получилось повыше заехать. Ладно, сейчас мы будем аккуратненько, более экономично расходовать топливо. О, вот эти вот взрывы как раз могут нас сбить с толку, когда мы будем включать ускорение. Ну, ускоритель я потом включу, сейчас мы будем подниматься вот на этом месте. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чего? Давай, 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 выше, 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 выше. Все, хотя бы здесь остановимся, да. Бегут, смотри, зомбари, стукаются об наш автомобильчики и умирают. Так, 1100 монет. Давайте приобретем, наверное, двигатель. Да, почему бы и нет. И поедем дальше. А что у нас тут по броне написано? Защищает ваш автомобиль от повреждений и делает автомобиль крутым. Также написано было, как и раньше. Магазин. Что есть в магазине? Так, тут ничего. А, через 5 минут нам дадут 750 монет, прикинь. Офигеть. Так, настройки мы не будем смотреть. И поедем дальше. Поехали. На нашем автомобиле, грузовике. Не знаю, как его назвать. Ну, это какой-то трак, да? Ну, это даже можно сказать, что это монстр-трак. Что он такой вот мощный. Достаточно-таки. Да, здесь вот фишка в том, что нам денег-то особо мало дают. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, поехали. Да, здесь особо денег много не дают. Ух ты! Поднялись, едем дальше. А что это? Двигатель купил, да? Да...
Движок нам помог немножечко дальше проехать. Ну и подзаработаем, естественно, немножко денежек побольше. 1200. Неплохо. А, приобретем давайте мы утяжелитель, либо двигатель. Давай движок купим. Вот, утяжелитель потом будем покупать. Нам главное мощность нашего двигателя. Чтоб расход был меньше. Топливо. Так, при взрывах надо, ребята, нам гашетку газа отключать, не нажимать. Потому что смысла нету большого. Она не едет, она просто тратит энергию. О, вот это прям не мешает, смотри, я не могу никуда проехать. Гейзер поднял нашу машинку. О, здесь подлет, подлет, давай, давай, давай. О, хорошо. Хорошо. Так, а здесь... А, вот этот вонючий гейзер, который нам мешает постоянно, ребята. Все, отъехали назад. Поднялись. И все, это топливо наше закончилось официально. А мы сейчас и купим топливо, почему бы и нет. Где у нас бензобак? 1500 стоит бензобак, нифига себе. Ну давай тогда ускоритель купим. Ну. Так, ну мы будем покупать, что-нибудь покупать. Каждый раз мы будем улучшать нашу тачку. Все, едем. Аккуратно, здесь проехали. Да, первый уровень мы что-то очень быстро прошли. Хотя они могли его сделать немножко и длиннее. Ой-ой-ой-ой, тихо, тихо. Так, едем, едем, едем. Вот, ускоримся немножко здесь. Да, поставили они много очень кубиков, которые нам мешают. О, проехали наконец-то мы. Эти места нехорошие. Так, закончилось, все закончилось. Топливо, все, давай здесь поднимемся. А, не успели. 1300 монет. Вот-то очень-очень хорошо. Давайте приобретем тогда мы бензобак. Бензобак купим, топливный бак. Больше емкости, топливный бак будет у нас. Едем дальше. Денег вообще нет. Вообще кончились деньги, ребятушки. Ставьте лайки, пожалуйста, под видео. Давайте наберем, ребята, 10 тысяч лайков. Ой-ой-ой, перевернулись. Давай, едем. Так, где мой ускоритель волшебный? О! Да, ускорителя не особо и много. Надо покупать ускорителя. Ускоритель надо нам прокачать на максималочку. Поэтому... потихонечку, понемножечку будем ехать. Так, в этом месте, смотри, ребята, у нас постоянно что-то заканчивается. А, нет. Все, мы ускорились. Мы прокачали просто-напросто движок. И это место мы проехали. Нормально. Сколько сбитых зомби? На один больше. 1200. 1200. Ай, думай, думай, что ж такое прокачать-то? Ну, давайте прокачаем двигатель. Да. А, подожди. А что я хотел? Двигатель. Так, ну на бензобак у нас денег все равно не хватает. Давайте прокачали мы движок. Отправимся дальше. С новым двигателем. Посмотрим, сколько нам этого двигателя хватит. Намного нет. Да, грузовик нам вообще большой стал. По сравнению с первой машинкой. Помните, ребята, первая машинка какая была маленькая? Да, сейчас прям грузовичок большой. Так, сейчас мы... Так, тихо-тихо-тихо. Зомбарики. Что ж вы мне... Ё-моё, вот гейзер мешает. Гейзер реально мне помешал. И бензинчик заканчивается, ё-моё. Так, тихо-тихо-тихо, едем. Все, давай ускоряемся немножко. Да, мы проехали больше. Реально больше, какой-то зомбарь был. Фига он там шевелился, ребята. Страшный зомбарёк. Ага, 1400 у нас. Приобретем трансмиссию. Магазин, смотри, у нас мигает. Мы можем забрать денежки наши, 750 монеток. И у нас 1300. Ну, давай возьмем утяжелитель тогда, так что быть. Поехали, поехали, ребята. С утяжелителем сейчас проверим, как.
лучше пробивает все это дело. Да, мы бочку пробили. Как будто даже и не заметили, что там была бочка. И кубики стали, кстати, лучше пробивать. Во, видишь? Нормально. А чё ж мы этот не прокачивали с вами, ребята? Штучку вот эту. Ага. Вон что, у нас патроны закончились. Ребята, нам нужны реально патронов побольше. Побольше патрончиков. Поэтому... сейчас, я не знаю, хватит ли денег, то купим мы патрончики с вами. Да, реально больше мы приехали. Да-да-да. Так. Ну, все равно мы немножко не доехали с вами. Совсем чуть-чуть. Так, смотрим. 1500 патронов. Ой, 1500 патронов, говорю. 1500 этих самых. Денежек. Покупаем оружие. И поехали. Сколько у нас патронов? Сейчас посмотрим. 32 патрона, ребята. Я считаю, это достаточно нормально, неплохо. Патрончиков. Зомбарики. Зомбариков будем сейчас мочить. О, 15, ребята, патронов. 8 уже, нифига как патроны разлетаются. Но нам... чем больше зомбарей мы убьем с вами, ребята, тем больше денег мы заработаем. Так, едем. Давай-давай, грузовичок. Вот такой... ребята, можешь мне сыграть в какую-нибудь игру, типа дальнобойщиков? Напишите в комментарии. Надо играть в дальнобойщики или нет? Или лучше поиграть в игру «Привет, сосед». Так, кстати. О, совсем чуть-чуть не доехали. Совсем чуть-чуть. Нифига себе. Сколько монет? 1659 монет. Очень даже неплохо. А что нам дали? Там подарочек. Господи, 750 монет. Куда столько монеток мало дали? Ну что ж, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставь лайк, пиши комментарии, передавай привет. Всем пока-пока.